«Газпром-арена», хотя чаще в народе в последние годы называли «Зенит-арена». Спортивный «Зенит» владеет этим стадионом юридически, а «Газпром» является его спонсором. Стоимость этого проекта начиналась с 6 миллиардов рублей. Но финальная стоимость закончилась 50 миллиардами. И вот на прошлой неделе было очередное судебное заседание по поводу участников, чиновников крупных, которые руководили, курировали строительство этого стадиона. Люди получили реальные сроки. Так что судебное разбирательство по поводу строительства этого стадиона еще будет продолжаться. Стадион строился долго, с большими сложностями. 10 с лишним лет, и первые матчи здесь прошли в 2016 году. Здесь прошли крупные игры, Кубок Конфедерации в 2017 году, и, конечно, чемпионат Европы по футболу в 2018 году. Ближайшие крупные игры, которые здесь пройдут в июне, это будет чемпионат Евро-20, чемпионат Европы 2020 года, который в прошлом году не состоялся. Часть игр пройдет здесь, в том числе на разных стадионах. Это, конечно, кому-то весело может быть, но это опасно. Это опасность нашей жизни, да? Это вот здесь слева буи, как указательные пальцы красного и зеленого цвета, они обозначают безопасный фарватер. Наш теплоход сейчас находится сразу между двух островов. Слева остров, справа Крестовский остров, вот как опять летающую тарелку мы видим, стадион «Газпром». Арена. Вечером он подсвечен синим цветом и похож чем-то на газовую горелку. Приходите сюда погулять вечером, вы в этом убедитесь. Западный скоростной